МЧС России исполнила новогоднюю мечту юного ульяновца. Пятилетний Елисей Радченко написал письмо министру Владимиру Пучкову. Мальчик попросил главного спасателя страны подарить ему каску пожарного. Руководитель ведомства откликнулся, пригласив малыша с мамой в Москву на Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества». Во время торжественной церемонии на сцену пригласили Елисея. Владимир Пучков вручил ему заветный подарок, а еще презентовал форму МЧС размером мальчика, оранжевый берет и игрушечную пожарную машину. После этого вопрос с выбором профессии был закрыт. Я буду пожарным! Ура! Он очень рад, что попал туда. И было очень много эмоций, очень много знаний. Это были два дня познавательные, очень интересные для него. Естественно, они эти два дня мотивируют ребенка к обучению, к спорту. Желание мальчика стать спасателем оценили и ульяновские МЧСники. Для Елисея они организовали экскурсию в музей пожарной охраны, а затем познакомили с современной техникой в пожарной части. Мальчик не остался в долгу и поблагодарил спасателей. За руль пойдешь? Генерала Игоря Киселева. За что? Поблагодарить? За то, что он мне помог попасть в Москву. Что подарил машину. Сам Елисей давно уже интересуется огнеборческой профессией. В этом году он стал победителем детского конкурса «Селфи. Юный пожарный», который проводило региональное управление МЧС.